История с долгостроем на Нижневолжской набережной уже давняя. Инвестсовет дал разрешение на строительство туристического парка еще в 2008-м. Но пока построили только синий забор. Общественности власти уже давно бьются над этой проблемой. Активисты движения «Патриоты Нижнего» даже стали подписи против стройки собирать. Говорят, забор давно пора убрать. Тем более, что город действительно в последнее время преобразился. И памятники архитектуры возрождаются, и новые дома в историческую застройку вписываются. Здесь же такое. Мы получим очень красивую набережную, на которой можно будет гулять не как сейчас вдоль Чкаловской лестницы, а от Чкаловской лестницы и вплоть до речного вокзала. В итоге набралось 32 тысячи подписей. Одну из них поставил глава города Олег Сорокин. Думаю, за то, чтобы эту стройку прекратить, администрации за то, что эту стройку прекратить, губернатор за то, чтобы эта территория была благоустроена и вернулась горожанам именно как набережная. Мы на самом деле увязли в судах, мы увязли в юридических процедурах, и, конечно, меня это сильно беспокоит. Теперь эти подписи переданы в приемную президента. Патриоты Нижнего убеждены, что действие это возымеет, и добавляют: застройщикам надо быть строже. Александр Быков, объективно, ННТВ.